Дорогое удовольствие. За распитие спиртного на пляже 500 рублей штрафа. Такое наказание грозит теперь Ивану Паренькову. Молодого человека задержали за употребление пива в общественном месте. С другом, за компанию присоединился. Вот, и вот так вот получилось. Нет, такого больше не повторится, нет. На пляже в районе Советской Армии народ отдыхает с размахом. Шашлыки, кальян, алкоголь. Последнее запрещено законом, напоминают полицейские отдыхающим. Сегодня у нас, да, были случаи выявления таких фактов. Были сами протоколы инициативные. Проводилась практически беседа с гражданами, чтобы людям отдыхалось хорошо, чтобы пляжи не были замусорены, чтобы не допускать преступления. Ну, люди тоже жалуются, звонят, то, что тут гуляют дети маленькие, а тут ходят пьяные люди и распивают алкогольную продукцию. Многие самарцы такие профилактические рейды поддерживают, поскольку пьяное соседство никого не радует. Отдыхающие переживают за себя и детей. Мы плохо относимся к людям, которые выпивают на пляже, потому что они нарушают общественный порядок. А полицейские делают свою работу, и в этом нет ничего плохого. Можно проводить иногда такие рейды, чтобы и пляж был чище. А то бычки везде валяются, все курят, кидают. Ну, с алкоголем в целом, ну, главное, чтобы в пределах нормы, никому не мешает. Удается полицейским во время профилактики задержать и отпетых преступников, в том числе тех, кто находится в федеральном розыске. Недавно у нас был случай, вызов в 02. Мы прибыли по адресу, там находился мужчина, который впоследствии, как выяснилось, находился в розыске, как утерявший связь с близкими за Республикой Башкортостан. Вот. Дальше там уже, то есть мы привезли данного гражданина в отдел полиции и уже связывались с сотрудниками из Башкортостана, которые уже и нашли его родственников. Тем самым данный гражданин, можно сказать, обрел заново жизнь. Полицейские просят самарцев проявлять бдительность и сообщать о нарушениях общественного порядка. Патруль приедет незамедлительно. На первый раз нетрезвые отдыхающие отделаются штрафом в 500 рублей. Рецидивистов ждет наказание в 3000. За прошедшие выходные на самарских пляжах полицейские выявили более 130 правонарушений. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, события.